База СМИ. Этот жупел волнует очень многих начинающих и не только пиарщиков. И не только начинающих, и не только пиарщиков. Мол, какой базой СМИ ты владеешь? Какие у тебя есть контакты в СМИ? И вот давай, начинающие пиарщики начинают свою работу с формирования этой самой базы СМИ. Блин, ну вот можно, конечно, так делать, но я предлагаю другой способ. Повеселее. Вы придумываете крутую новость, рассылаете ее всем вообще, и ваша база начинает формироваться автоматически. Вам начинают звонить журналисты, писать редакторы, и вам остается только давать интервью и записывать их контакты. А почему? Потому что новость ваша прикольная, интересная. У нас был случай, когда мы долго-долго не могли пробиться в «Комсомольскую правду» одного города, значит, на Волге. Мы устроили первый информационный повод, они приехали, посмотрели на нас, что-то написали, но многое не написали, потому что они на нас обиделись, мы им не дали много информации. Ну не дали, вот не могли. Фактически мы послали их нахрен, чего, конечно, делать нельзя. Ну вот так получилось. И когда мы делали второй инфоповод, то он был настолько интересным, что несмотря на нашу косячность в первом случае, они сами к нам приехали и сказали: мы помним, что вы козлы, что вы хреново подаете информацию, и мы вообще на вас обижены. Но, блин, у вас такая классная новость, дайте нам эксклюзивное интервью. Вы понимаете? И это творится в условиях вот такого вот сложного характера, да, косячности. Но при условии, если вы не будете, значит, намеренно портить отношения, ну всякое бывает, да, с журналистами, если вы будете подавать качественную информацию, то база СМИ у вас будет формироваться автоматически. Не надо никаких вот там составить базу СМИ, позвонить туда, выслать пресс-кит. Вот. Нет, конечно, можно делать, когда вы подустали придумывать интересные новости. Но в остальном нужно подходить к формированию базы СМИ именно вот